магазин Night Market. И там можно найти классные детские вещи, за которым я туда тоже отправилась. Какой-то я квадратик становлюсь. Мне показалось, что это плесень, чем вы ее не видите. Говорит секси. Какие-нибудь новые летние платьица, возможно, какую-нибудь классную сумку, джинсовки, джинсовые платья, в общем, все джинсовое. Так что ждем вас. Привет, друзья! Также новые друзья, которые недавно появились на моем канале. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Вероника. Вы на канале Way2Thai TV. И я продолжаю записывать для вас ролики на тему гид по Паттайе. Таких роликов у меня уже много. И ссылку на них я, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите. Ну что, дорогие друзья, мы с вами на самом большом рынке Паттайи. Одним из самых известных рынков Паттайи – это Deposit Night Market. Сегодня я хочу выполнить миссию туриста, найти здесь хорошие вещи по дешевой цене и показать их вам. Поездки в Таиланд, именно конкретно в Паттайю, конечно же, про него уже все знаете, все читали, где он находится. Поэтому не вижу смысла вам об этом рассказывать. Ссылку на точку, где он находится, я оставлю в описании. И кратко, как до него добраться, также напишу в описании. Я же хочу вам показать, что интересного, хорошего и качественного можно найти на Deposit Night Market. Когда мы едем с вами на отдых, мы хотим что купить? Какие-нибудь новые летние платьица, возможно, какую-нибудь классную сумку, такую летнюю, легкую. Обязательно нам нужны шлепки, и все это должно быть качественное и трендовое. Я посмотрела, что сейчас носят в России. Тут в Таиланде это носят совсем другие вещи. Я считаю, что на Night Market можно купить очень качественные джинсовые вещи. Можно найти классные джинсы, долго надо мерить, но вы их найдете. Джинсовые юбки, обязательно джинсовые шорты. Так, подъезжаем к шортам, юбкам. Все по 100 бат. Шорты 159. Разные-разные, с низкой, высокой посадкой. Такие, эти вообще хорошие. Так, отдел с шортами, с юбками. Хороший вариант. Сейчас очень в Таиланде популярны модели, когда в эту джинсовую юбку, так как она очень короткая, встроенный шорт, джинсовки, джинсовые платья, в общем, все джинсовое нужно обязательно брать в Таиланде, потому что это очень дешево. Вы можете купить какую-нибудь джинсовку за 100 бат, доработать ее, и она будет шикарно и трендово выглядеть. Можете наклеить на спину что-нибудь, ну, как сейчас, да, модно. Классная, в принципе, хорошая цена, конечно, 200 бат, но это не совсем те джинсовки, которые мне нужны, поэтому идем дальше. Нашла эти типа модные куртки. Воротник такой же, как и там, стоит в 3 раза дороже. Нашла вот такую оверсайзную курточку за 190 бат, но мне кажется, она для высоких девушек. Какой-то я квадратик становлюсь в ней. Полет для творчества, при этом это все не будет бить по вашему карману. Я потом специально посмотрела, сколько стоят подобные джинсовки в H&M. У нас в Паттайе она стоит 1500 бат. Я думаю, что в России это стоит 1500 рублей. Точно такая же джинсовка, я вам даже ее сейчас покажу, которую я нашла именно на Night Market. Она из хорошей, приятной джинсы, такой мягкой, но плотной. Видно, что это не, скажем так, там мало синтетики. Она стоит всего 150 бат, я очень пожалела, что ее не купила. И, наверное, в ближайшее время я за ней вернусь туда. Я купила себе вот такую белую юбку. Вот, за 200 бат. Причем сначала мне ее говорили за 350. Я сказала, вы что, везде за 200 продают? И мне, конечно же, продали за 200. Кстати, хотела отметить следующее, что даже вот такую белую юбку мне сейчас на Deposit Night Market разрешили мерить. А раньше вообще никто ничего не разрешал мерить.
приходилось как-то так наугад брать. Если вы хотите обновить свой образ, то ничего нет приятнее, как купить очки солнцезащитные, какие-нибудь очень яркие. Возможно, они сломаются уже к концу вашего отдыха, да и ладно, зато фотки будут классные. Говорит секс. Я же свои купила классные очки всего за 39 бат в Тукоме, но и на Тепразите они продаются очень дешево, от 50 бат. Что-то похожее на прям качественные, хорошие очки вы можете купить за 250 бат. И это будет даже вот с UF-фильтром, то есть будут прям совсем настоящие очки. И второй пункт моего путешествия на Night Market. Так, ребята, за мной знаменитый отдел, все по 50, он здесь еще и остался, с тех пор, как я здесь была давно-давно. В этом отделе вы можете найти стоки брендовых вещей по 50 бат, как детской, так и взрослой одежды. Давайте посмотрим, что там есть интересного. Это стоковый магазин из Камбоджи, где, вы знаете, производят вещи H&M, Carter's. Это магазин со взрослой и детской одеждой. Если случился какой-то брак или, допустим, партию не до конца H&M, Carter's выкупили, да, вот эти все известные бренды, Zara, там очень много всяких брендов, Topshop, то они как бы не выкупают их фабрики, и фабрика сливает это вот такие вот ларьки, которые распространяются по всей Азии. На самом деле, в Паттайе куча таких ларьков, но я думаю, что на Night Market он один из самых крупных, и там можно найти классные детские вещи, за которым я туда тоже отправилась. Вот одна такая майка, хлопковая. Это бренд Place, Made in Cambodia написано. Здесь меняется цвет у мороженого. До 4 лет они идут, до 10 лет. Еще я купила черную майку, но она у меня сейчас в стирке, поэтому вам не покажу. Купила вот такие вот ей брючки легкие. Я не знаю, что это за материал, явно не хлопок. Бренд тут вообще не указан, но они прикольные. Мне кажется, что это какой-нибудь там H&M, да? Они с блестками, тут все так хорошо прошито, все сделано. Я их купила тоже за 100 бат. Там были еще классные хлопковые платья. Платьица H&M за 100 бат. Но меня смутило очень, что на них, на всех вот платьях в пачке, в одних и тех же местах пятна. А само платье темно-синее, и пятна, соответственно, такие серые, оно с блеском, поэтому, когда вот переливается платье, то это пятна видно. Мне показалось, что это плесень, чем вы ее не видите, хотя тетенька из магазина сказала мне, что не, это все отстирывается. На Night Market продается очень много хлопка, там есть несколько отдельчиков, один из которых я вам покажу, который продает вообще реально качественные такие хлопковые вещи, белые, либо выбеленные, знаете, цвета мешка, либо такие зеленые, в общем, такое все natural для активных, позитивных, легких девушек и женщин. Очень достойные вообще вещи, мне кажется, что за 100 бат это вообще какая-то космическая цена, все очень милое, смотрите, даже вышито, хлопок, красота, конечно. Сейчас я себе выбрала вот такое, такую скромную штучку. Вот эта вот маечка, которая на мне, она стоит всего 100 бат, то есть она стоит 200 рублей, но она полностью сделана из хлопка. Она очень милая и очень приятная здесь строчка. И в этом магазине, представляете, даже платье можно купить всего за 100 бат. Еще один интереснейший магазин, мне продается японские хлопковые вещи под Japan Style. Они там стоят все по 650 бат. Цена для магазина маленькая, для рынка не маленькая. В общем, смотрите сами. Вещи на самом деле интересные. Я сомневаюсь, что где-то вы такие подобные купите. Еще для вас я хотела найти что-то леопардовое, для себя в том числе. Сейчас же это тренд, или что-то леопардовое. Но, к сожалению, ничего на Тепразит на Эйп-маркете леопардового я не нашла. Вот прям совсем ничего не нашла. Конечно же, на отдыхе нам нужны еще и шлепки. Сейчас очень популярны в Таиланде не вьетнамки, люди вообще все в них ходят. Это такие шлепки с большой широкой перемычкой, при этом спортивного стиля, подделки бренда Фила и прочих спортивных брендов. Такие шлепки вы можете купить за 100 бат.
и щеголять в них по Таиланду. И, конечно же, куча таких шлепочек, вьетнамочек, босоножечек, которые тоже по 100 бат. И я не знаю, как долго они у вас продержатся. Я такие себе шлепки не покупала. Я покупаю, чтобы за 300 бат в магазинах. Следующий тренд уже второго лета, который любят все модницы, это соломенные сумки. И я, конечно же, не могла не найти для вас соломенные сумки на Типразитной маркете. К сожалению, а может быть к счастью, там есть один только ларек. Вот он, мир соломенных сумок. С этими сумками он огромный, и он специализируется именно на вот этих вот соломенных сумках. Вот эта сумка 1490 бат, это тоже, и это солома настоящая. Вот это 490 бат, причем у нее двойное дно, и второе это тоже солома. И тут вообще куча раскрашенных по 990 бат. И вот такие модные 1000 бат. Плюс в том, что здесь вы ее можете потрогать, это классно, 590 бат. Модницы, собирайтесь сюда. Вот модная сумка, которая как ведро, 890. Меня еще очень заинтересовало, что там есть сумки. Я так, то есть, берут сумку, наверное, с Алиэкспресс, как-то ее дорабатывают и продают. Именно с картинами, да, очень они интересные, симпатичные и индивидуальные. Конечно же, на этом рынке еще просто огромный выбор тайской еды. Но в этом видео я не хочу на ней останавливаться, я сниму для вас отдельное видео про мой рынок, который находится рядом с моим домом, потому что у меня рынок, три рынка в одном месте, и я хочу вам его обязательно показать, мне кажется, это очень экзотично. Я, допустим, не перестаю удивляться, поэтому про Типразит, именно что можно там покушать, вы посмотрите, пожалуйста, или почитайте в другом месте. Да и читать там нечего, там надо просто идти и глазеть, и покупать все, что, от чего у вас слюнки текут. Также для вас я хотела найти качественные соломенные шляпы, чтобы они на самом деле были с соломы или хотя бы из бумаги, но я нашла только что-то такое из пластика. Поэтому даже не буду на этом останавливаться. Пластиковые шляпы стоят от 200 бат. Что-то такого супер оригинального, красивого я не нашла. Также, мне кажется, очень удачной покупкой будет на базаре. Это такая штука, как три хлопковые майки за 100 бат. Я покупаю эти майки, ношу их дома или, скажем так, под джинсовку. Они есть очень разного качества. Есть в рубчик сейчас модный. Или есть просто гладенькие такие. То есть вариантов миллион, выбирайте любой. И мне кажется, что это очень даже выгодная покупка. Что же касается не соломенных сумок, на рынке, конечно же, можно купить кучу всего. Сейчас я вам покажу, что я там интересного нашла. Вот этот отдел с сумками, вообще, сколько себя помню, он здесь находится. И здесь всегда дешевые сумки. С этой стороны по 100 бат, большие есть, видите, по 290 поло. В принципе, неплохая дорожная сумка. И вот этот отдел все по 60 бат. И тут можно какую-нибудь хрень взять полезную. Но там есть несколько больших-больших отделов, где продаются сумки из кожзаменителя по очень смешным ценам. И если вам хочется что-то такое вау, то там вы тоже это сможете найти, какую-нибудь смешную сумочку. Да, то есть от этого мероприятия большого качества вы не ждите, просто низкая цена и что-то оригинальное для вас вы всегда там сможете найти. Если очень хочется, то можно себе купить татушку. Вот такая получилась у нас прогулка по Типразит Night Market. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, понравился мой обзор. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Сейчас я вставлю небольшой спойлер о том, что у вас еще ожидает на моем канале. У меня накопилось очень-очень много видео, и я его не успеваю обрабатывать. Это видео с наших поездок, с путешествий. Я хочу их сейчас оформлять именно в таком стиле. Разговор, давать какую-то полезную информацию, а не просто с вами гулять по тем местам, где мы отдыхали. Потому что, как показывает практика, такие видео не очень люди смотрят, потому что, я знаю, вы хотите готовиться к своим путешествиям, а значит, смотреть на YouTube полезные ролики. Через 2 недели мы с семьей поедем на реку Квай, у меня будет забег там, мой первый полумарафон, я очень волнуюсь, сейчас готовлюсь к нему, не знаю, как у меня все это получится пройти. И мы едем туда на 3 дня, чтобы посмотреть достопримечательности этого района, Кантачондебури называется район. Хотим посетить нетуристические места реки Квай, то есть не то, что не туристические, конечно, там все туристическое, но не те, которые входят в программу
путешествие на реку Квай и какие-нибудь другие, вам их показать. Жду вас у себя на канале, жду у себя в Инстаграме, там я бываю довольно часто, практически каждый день пишу какой-нибудь новый интересный пост. Всем пока, спасибо за просмотр, увидимся!